Пойдем в магазин, купим специальную косметику для тебя. Да. What? Моя косметика. Нельзя пользоваться всей косметикой сразу. Ой. Это сильно вредит твоей коже. Я не знала. Тебе нельзя пользоваться этой косметикой, у тебя на нее аллергия. Я не знала. Помада. Тебе нельзя пользоваться моей косметикой, ты все испортила. Упс. Не трогайте косметику ваших сестер. Извини. Вот это красота. Мия? Нельзя наносить так много косметики. Извини, я не знала. Со своей кожей нужно быть очень аккуратной. Мия, почему ты ешь косметику? Это желе! Но настоящую косметику есть нельзя. Ладно. Мия, тебе нельзя пользоваться косметикой для взрослых. Твоя кожа стала еще моложе, и теперь ты выглядишь совсем как грудной ребеночек. Ой, пойдем мыть твое лицо. Пойдем в магазин, купим специальную косметику для тебя. Да. Опасность превыше всего. Yes! Нет, это все косметика для взрослых. Нам нужно в другое место. Вот, Мия, это для детей. Выбирай.
Этот набор гипоаллергенный и предназначен для детей. То, что нам нужно. А еще он несъедобный. Будьте внимательны, когда выбираете себе косметику. У меня выросли ноги! Ой-ой-ой-ой-ой! Настя! Артём! Мия, Мия, что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты уже такая большая! Упс! Нам нужно измерить твой рост. О! Нет, это слишком маленькая. А вот это то, что нужно. Нет. Мия подросла! И очень сильно! Раньше она была вот здесь, а теперь вот здесь! Посмотрим, что у нас есть. О, может быть, вот это подойдет? Это порвалось. Давай попробуем штаны. Может быть, они налезут? Штаны не налазят. Артём! Что случилось? Она подросла и больше ничего не налазит. Окей, я вам помогу. Поехали. Ой. Ой, я что-нибудь придумаю. Готово. Для бала. Поехали в магазин. Детские пижамы? Ну нет, это пижама. А нам нужно платье. Окей. Эльза! Эльза, выбирай. А, Хана. Окей, окей. Давай примерим это. Вау, как принцесса. И размер подошел. Я думаю, мы возьмем его. Ей! Вау, моя принцесса. Мия, тебе нравится? Еще я хочу туфли. А? Еще и туфли тебе? О, давай посмотрим, что там у тебя есть. Смотри, вот эти такие миленькие. Давай их попробуем. Малы. Окей, давай попробуем эти кеды. Вот они должны подойти. Подходят. О! Жалко. Идем в магазин. Пойдем. Пойдем, Мия. Салон причесок. Настя, Настя. Мия открыла новый салон причесок. О, я пойду. Сюда, садитесь, пожалуйста, сюда. Ой-ой-ой-ой! Стоп-стоп-стоп! Я хочу новую прическу! Окей-окей-окей! Ждите! Ой-ой-ой! Нам нужна краска! Краска? Ладно, только немножко, хорошо? Окей. Да. Красная. Ой, красный?
Ой-ой-ой. Готово. Нет. Это же так ярко. Мне нравится. Давайте сделаем другую прическу. Другой цвет? Не то чтобы цвет. Поменяем чуть-чуть. Розовый, ты готова? Ух, готова. Да. Готова. О, мне кажется, я выгляжу как русалка. А я люблю русалочку. Нет, нам нужно это исправить. Ладно. Черный. Ой-ой-ой. Это выглядит так серьезно. Я бы хотела что-то забавное. Забавное? Окей. Ой-ой-ой. Буду хорошенькой. Может быть. Упс. Ждем. Я выгляжу как пудель. Нет же, Мия. Давай просто помоем мои волосы. Ой, мой родной цвет все-таки самый лучший. Может быть, у тебя есть бантик? У меня нет бантика. А у меня есть для тебя подарок. Давай сделаем бантики сами. Вау, ребята, посмотрите, какие классные бантики мы сделали сами. Тебе нравится? Да. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал. Пока!